Ну вот, уже 2 сентября, а вот он опять счетчик, который не вскрытый, пломба на нем есть. Света у нас как не было уже с апреля месяца, так и нету. Что там они на своем пульте сделали, вон там он их пульт. Вот, начинаем показывать, то есть... Показаний нету, потому что света нету. Что там, мы не знаем. Раньше хоть как-то там полмесяца в апреле хоть работал телевизор ночью, вот просто телевизор. И все, сейчас ничего не работает. И поэтому, наверное, что показаний нету. Вот нажимаем, то есть уже там 4-й месяц, у нас нету света. И, разумеется, слава богу, показаний нету. Пломба все на месте. Вот 2 сентября. Света как не было, так и нет. Уголовная компания, как всегда, не может ни договора заключать без подделки заявок, принуждения, заключения в одностороннем порядке публичного договора. Ни света нет, ничего. Зато мы умеем это все уголовно делать. А прокуратура с 2010 года вообще никак бездействует. Это гражданские правовые отношения. Да, подделки заявок, заключение договора в одностороннем порядке. И почему-то...